Всем хаюшки, welcome на канал RabloCamp, с вами как всегда Raven, и сегодня видосик посвящен вот такому милашному лунному крольчонку. Показываю вам, как вручила победителю легендарный транспорт в виде месяца. Так как видос посвящен пету из лунного обновления, я решила разыграть среди моих замечательных подписчиков вот такого ол танцующего дракона. Для этого вам необходимо оставить любой коммент под этим видосиком до 9 февраля, один больше не надо, а 10 февраля я выберу рандомный коммент, отвечу на коммент победителю в этот день и опубликую пост с результатами в сообщество. Так что всем удачки, ребят. Еще раз напоминаю, что если победитель в течение 3 дней не выходит на связь, то мне придется выбрать другого. А теперь go трейдить. Ну что, будем смотреть офферы. И вот нам за мега кролика предлагают МФР ультраредкую красную панду. Ну, этих питомчиков слишком много, и они не ценные. Еще пэтики, ребят, это вообще не то предложение, которое я жду. В следующем трейдике мне предложили неоночку, краб-паук райд, неон райд гост вулф, но сейчас они уже не такие ценные, как раньше. Неончика трис, еще древнего дракона райд, райд ледяного мотылька. Ну что, в скором будущем это будет норм предложение, но не сейчас. Сейчас это биг луз. Кто не верит, может проверить и посмотреть цены на новые меги до 3-7 дней после появления питомчиков в игре, как я их обычно и трейжу. А здесь, ребят, вроде и сервер норм, и питомчики крутые, а трейдов 0. Еще офер NFR пудель. Ну что, Рил, такие предложения, плакать хочется. Трейд от Рикар 006, Райт Робот. Я в шоке, ребят, машинка и обычные пэты. Ну что сказать, если вам повезет и вы встретите на сервере человечка, которому это мега, ну, очень нравится, то он предложит вам хорошее предложение. А бывает, ты его просто не встречаешь в первые дни, когда это мега ценится очень высоко. Извини, бро, нет, спасибо. Terblaze 2017 кинул трейд, сейчас поглядим на офер. Я смотрю, ребят, сегодня прям мой день, в кавычках, конечно. Райд мотылек, пару пэтов, просто круть. Ючен 121 205 кинул трейдик, о, хоть один норм пэт. Райд блудок, смотрите, сейчас мало, но через неделю плюс-минус будет хорошим предложением за данную мегу. Еще одно предложение на этом сервере – МФР Красный Дракон. Это лего слабо ценится, так что это мало. Новый сервер – Rip Unicorn Magic, специфический ник – Neon Ride Барашек, Джинджер, Кролик, но Барашек – это еще меньше красного МФР Дракона, вы сами все поняли, японское яйцо, но это не спасает ситуацию. TXVEC 123, сейчас глянем, что поставит нам за мега красивенного лунного кролика. На мой взгляд, он очень милый. О, Christmas Egg, это уже лучшее предложение за сегодня. Это, конечно, не Арктик, но уже близко. Еще кинули трейдик NFR Грифончик. Сейчас, наверное, барашек не он больше ценится, чем этот грифон. Он многим не нравится в игре, из-за этого ценность этого пэта очень низкая. Джей Куки нам ставит такого же грифона, только райд – это все. Вот трейд от Glitter Unicorn Pink 321, а райд – крокодильчик. Он реально классный питомчик, но Christmas Egg и Blue Dog было гораздо лучше по ценности. Еще один офер нам ставят Old NFR коричневого медведя, прокачан полностью. Это как Christmas Egg по ценности. Может чуть меньше, но так как медведь полностью прокачан, скорее всего, они где-то на одном уровне по ценности. Сабрина Альт предлагает за мегу NFR Манки, но я уже говорила раньше, что она тоже низко ценится. Еще трейд, здесь нам предлагают вот таких питомчиков. В чатике пишет это или МФР черная мышка летучая. Извини, но нет. 40КБР скинул трейдик, лего, еще осьминог райд и Эвил Василиск. Извини, но нет, спасибо. Только пришла на сервер, а моему кролику уже в душ надо сейчас. Посмотрим, что здесь предложат. Трейд аналогичен, который был до этого. Мне, честно, грустно, что офферы так себе. JDen92231 хочет попытаться что-то предложить за мегу. И это вот такие питомчики. Я, наверное, пэс. Транспорт, но сори.
Ну что, ребят, вот такие трейдики были на данную мегу. Если видос вам понравился, жду от вас лайкосики, комменты. Буду рада новым подписчикам. Всех благодарю за просмотр. Всем удачки и пока-пока.